совсем уже лёжа, то, конечно, нам надо поближе прибегать к костру, пока Лёша вот расскажет, потом уже... А давайте к товарищу, кто бы позову, конечно. Я сейчас позову себе. Так, мы поговорим с Алексеем, настоящий северянин, сейчас он расскажет про культуру, про быт севера. Ну, немножко вас чуть поморозит. Сказали, что ноги протягивают. Да, протягивайте ноги. А у нас откуда все? Вот, я вот. Вы находитесь на стойке Кайнара. От корейского слова Каэй. Означает медведь. Ран, сокращенно. Ра-ран. Дом. Это получается весь дом. Это готовая святая палатка. Она меньше, да, Кирилл? Меньше, да? Нет. Такая же? Такая. Она просто есть. Она и легче. Вот, легче. Изделие сначала идет с ветками. Гидротеряет качество тела. Потом шкурами 2-3 слоя. Сверху укладываем. И спят спальник как раз. Спальник у этого. Спальник. А в покоряске называется кукуль. Она все это тоже из оленевого меха. Мехом кукуль. Можете спать спокойно. Если постоянно зимой дежурит ночью. Дежурный. То он постоянно подтапливает костер. А температура комнатная. То есть здесь можно раздеться и ходить спокойно. Но не сегодня. Особенно тепло, когда. Вот когда там 50 градусов за бортом. Летом здесь не топится. Не раздевайтесь. Потому что если на улице жарко, то здесь жарко будет. Кухня делается на улице. То есть делается три нога и закрывается наполовину. Почему наполовину? Потому что если ветер дует, например, северный, потом вокруг южный закрою, просто разворачиваюсь. И все, вот получается летний. И сколько времени вот поставить такую надо?